Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 67. Упражнение номер 24. В трамвае ехали 38 пассажиров. На остановке вышли 9 пассажиров, а вошли 12 пассажиров. Сколько? Закончи вопрос и реши задачу. Сначала закончим вопрос. Сколько пассажиров стало в трамвае после остановки? Итак, ехали 38, вышли 9, а потом вошли 12. Сначала мы узнаем, сколько пассажиров стало, когда вышли 9. 38 минус 9. 38 – это 20 и 18. 18 минус 9 равно 9. 29. 29 пассажиров осталось, когда вышли 9 пассажиров. Но потом вошли еще 12. Чтобы узнать, сколько пассажиров стало, нужно к 29 прибавить 12. 20 плюс 10 равно 30. 9 плюс 2 равно 11. 30 плюс 11 равно 41. 41 пассажир стал в трамвае после остановки. Записываем слово-ответ, ставим две точки и пишем 41 пассажир. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.